6, Алексей Панковец, он капитан команды. Номер 7, Сергей Шаповал. Номер 10, номер 18, Вячеслав Ярославский. Номер 5, Алексей Тупчин. Сегодня все матчи начинаются в 2. И все, теперь... Поехали. Атаки, и теперь уже Колпачук выбрасывал за боковой, и Городей будет, наверное, спокойно сейчас разыгрывать. Нет, Плосконный дальним забросом пытается снова найти Сороку. Тот вроде бы, тот убегает, входит в штрафную, но там прицингует его Имереков. Катит на линию штрафной. Гол! Лебедев забивает. Двойной силы и двойной энергии, потому что четвертое место уплывает. И быстрый ответ. Быстрый ответ удается у Торпедо. Дальний заброс в штрафную. И Луцевич оказался расторопнее всех. И пропустил там. Неразбериха была у центральных защитников. И в итоге он протолкнул мяч Митенко. Но мяч снова оказывается у Торпедо. Поддавливают они в последние минуты. Хачатурян здорово пропускает. Классный момент имеет Демидович. Вот так вот он убаюкал всех своими уходами в середину. Лебедев тем временем лежит на газоне, держится он за спину. Хачатурян разворачивается в штрафную. Еще один мощный удар с линии штрафной. И снова Чесновский выкидывает вверх руки и спасает команду от гола. И дальний удар от Шаповала вдогонку, но значительно пятками выше. В одной атаке сыграли гости. И в итоге мяч у Афанасьева он бьет. Классный удар у Афанасьева получился. И Чесновский здорово прыгал, и мяч пошел мимо, но очень минут, что можно остаться к перерыву, еще и проигрывая. Но в итоге Шаповал идет вперед. Классный пас на Демидовича, и надо забивать. Перекладину попадает Вадим, но там еще один удар от Щерба. Но момент здоровский. Торпедо Жодина, забив гол, мы получили дополнительные силы, стимул, мы почувствовали уверенность в себе. Ура! Вот, наша забивает гол! Сравнивает. Паша Плосконный! Классно, классно разыграли угловой. Пошла подача Игнатенко на ближнюю штангу. Скидка на дальнюю. И Павел Плосконный. Давно не было побед, да, и хочется победить. Плюс еще дома. Сейчас смотрим атаку. Хороший момент. Здорово отдал. Ну что, давай Пархачев, забивай. Есть! 3-1! Ура! Классная атака, здорово сыграл. Дима Пархачев забивает гол. Хочу отметить Диму Лебедева. Молодец. Бьет Андрей, но Чесновский здорово по волейбольному отбивает. И вторым темпом идет добивание. Он снова вратарь хозяин. Лучше, чем пробить под ложившегося уже под мяч Плосконного. Демидович. Рекиш. Снова Демидович. Классный пас на Панковца. Тот входит в штрафную и забрасывает на угол вратарской, на набегавшего. Сравнивает счет команда гостевая. 3-3 становится счет. Очередной стандартный. Хорошо, Лев Фомичев начал атаку быстрым пасом. Рекиш. Шаповал. Бьет Шаповал. Еще одна перекладина. Фантастические моменты получает. Вот, поэтому все, до свидания, до новых встреч. Спасибо, что были с нами.